Народные избранники единогласно поддержали новый проект бюджета городского округа Люберцы. Его рассмотрели на очередном заседании Совета депутатов. В этом году из казны округа выделят более 23 миллионов рублей на обеспечение многодетных семей земельными участками. На 4 миллиона рублей увеличится субсидия на жилье для молодых семей. Еще 5 миллионов направят на строительство модульной котельной в поселке Малаховка. Расходная часть по данному проекту увеличивается на 143 миллиона рублей. Основные направления увеличения расходов. 30,8 миллиона рублей направляются на обеспечение деятельности муниципальных учреждений городского округа Люберцы и органов местного самоуправления. Кроме того, из бюджета городского округа выделят средства на благоустройство парка «Наташинские пруды». В зоне отдыха появятся амфитеатры и детская игровая площадка. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.